Космонавты в место назначения прибыли. Гуляй, черемша. Что? Что это? Скажи, из дома, из хаты. Непонятно, зачем притащили. Ну, что тебе? Говорит, мы в шоке, в шоке. В шоке в культурном. Черемша сразу все метит, говорит, я тут вообще, да. Все ямки закопали. Ну, она сейчас копать начнет. Нельзя! Мы закатаем. Ну, видишь, сейчас работают гормоны, она копает. Копает для... Нору копает для цветов. Черри, иди, он зайди туда. Да она не поймет, наверное. Молодцы. Хорошо сделал отец, правда? Ну. Молодец. Старался. Черри, меня зайди туда. Гуляй. Черри, туда зайди. Черри. Не хочет. Можно прикрыть. Ну, сейчас вот скажи, много комаров? Ну, и покусывают. Ну, покусывают. Но я не обработалась, и, так что. Давай. Да сейчас получается как? Этот, детей намажем. Через несколько минут и поедем за догоном. Вернее, я с отцом поеду, а ты здесь. Молодец. Их туда как? Пусть пока просто лазят, их туда класть не надо. Не надо, да? Да, но если они, как бы совсем они будут, им жарко, я думаю, они сообразят, что надо жарко лазить. Не молодец, молодец. А что она делает? Но она зовет. Нет, копать нельзя. Говорить нет, да? Ну гоняй ее, а то была вон там, видишь? Черемша! Видишь, у нее гормоны работают, то, что нору нужно рыть. Ее прям надо гонять, потому что она себя не контролирует. Заходить не будешь пока. Нет, вот видишь, мы просто пока их адаптируем, малышей. По-моему, они возрадовались. Что, давай, ну, рядышком, впечатление. Рядышком. Это еще, черемша. Сейчас я принесу мясо. Ну, она же здесь была, я думаю, для нее это не шок. Хотя, если она еще не... Забыла я. Ты думаешь? Конечно. Мне кажется, что-то должно быть, какие-то ассоциации. Забыла. Стоять! Здесь будь. Хорошо. Завязка он есть. Сейчас я тебе покажу, как включается у нас. Да пока не нужно, просто этот, мясо устройте. Мать тут с черемшой с мелкими будет, а мы поехали тогда. Мне еще надо их помазать этими средствами. Дома еще 5 бутылок лежит, так что. Смотри-ка, что делается. Ну. Да, я поняла. Это на кто рядом с Фейри? А где остальные? Все, все на место. На месте. Вон один еще в кутке сидит. Ну. Пошли. Я имею в виду, они пошли мир исследовать. Ну, ну, молодцы, хорошие ребятки. Устойчивая психика, как говорится. Писька смотрит сверху, блинище. Папа, я снимаю видео. Вот здесь, вот здесь белая лужа закрыта. Да. Ну то они все вместе у меня и поют. Поют все, всей толпой. Черри, играть с ним не надо. Иди гуляй. Эй, свободу попугаем. Ну в шоке, конечно, в шоке. Что теперь? В шоке, да. В шоке. Ну что теперь? В шоке.
да, скажи? А у меня, говорит, шаков нету никаких. Да? Шаков нету. Все хорошо. Нету шаков. Нету шаков никаких. Ну все, все космонавты повылазили. Ну, у них просто... Да, да. Просто видишь, у них из вольера еще выхода не было, поэтому они, наверное, тупить будут по залезанию. Хорошо, черемша, можно. Можно, молодец. Хорошо. Зашла, поглядела. Да, молодец. Ну тут мы еще не открывали будку. Ну, пока, наверное, не надо. Пусть она с этой разберется. Да, поскакали. Ой, молодец, какой молодец. Ай, супер! Все, отошли, Манюнь. Хо-хо-хо! Молодец! Молодец! Давай вот сюда. Так, вот смотри, завязка, вот завязка для ворот. Там лежит. Я видела, а вон там она на себе, чтобы присесть. Закрывай за собой. Да, черемша там. Смотри, единственный минус. Смотри, видишь, единственный минус. Она неаккуратно укладывается. Ты ей не разрешаю пока со щенками быть, выгоняй. Туда, и получается, она полежит пусть, но вместе они там не будут в этой будке. Короче, она их пере... Да, ее вытащить надо будет потом.